Сегодня в работе у нас BMW X5 J05. Устанавливаем сюда мониторы на подголовнике. Покажем, как это все будет в собранном виде, как это работает. Закончили установку мониторов. Логотип при запуске BMW. Все вот так вот красиво здесь смотрится. Такое меню. Крепление на подголовнике. Рекомендации пристегнуть ремни. Также к мониторам подключены через Bluetooth вот такие красивые наушники. Качественный звук через них. Жесткие чехлы для хранения. Двое наушников для правого монитора и для левого. Мониторы имеют комфортную подсветку, которую можно изменять по цветам. Снизу подсвечиваются. Очень красиво. Можно устанавливать любой мультимедийный контент. YouTube, YouTube детям, онлайн кинотеатры, онлайн музыку. Все это прослушивать. YouTube Music, смотреть клипы, фильмы, мультики. Звук может вещаться как в штатной динамике монитора и также штатную систему по Bluetooth, либо в наушники по Bluetooth каналу. Краны высокого качества, картинка как живая.